Конкурс детских экологических проектов проходит в Московской области ежегодно. В 2021-м его лауреатами стали воспитанники дошкольного отделения Лопатинской школы. На суд жюри они представили экоплакат под названием «Берегите пчел», где подробно рассказали, почему необходимо бережно относиться к этим насекомым. Это коллективная работа детей старшей группы. Мы с Еленой Евгеньевной, это воспитатель и я, мы заинтересовались этой проблемой исчезновения пчел, донесли ее до детей и пытались их заинтересовать и вовлечь в эту проблему и отразили это в экоплакате. Пчелы – это которые собирают мед, еще помогают в природе, чтобы планета не загрязнялась. Надо пчел всех беречь и уважать. Не топтать цветы, не ломать деревья. Как рассказала директор Лопатинской школы Инга Фархатова, учащиеся образовательного учреждения уже не первый раз побеждают в этом конкурсе. В прошлом году победительницей этого конкурса стала наша ученица 10 класса Гончарова Юлиана, а в этом году победителями стали наши самые маленькие ученики, будущие, пока еще воспитанники дошкольного отделения. И мы очень гордимся этим, потому что забота об экологическом состоянии нашего родного края – это очень важная тема, и мне кажется, погружать в нее детей надо с самого раннего возраста. В честь победы воспитатели дошкольного учреждения организовали торжественное мероприятие. Для гостей праздника малыши показали свой проект и еще раз напомнили о важной роли пчел в жизни планеты. Так устроена природа. Нет без пчел в природе меда. Без цветочков нету пчел. Лето ждать уже недолго. Прилетай скорее, пчелка. Эй, не с каждого цветка килограмма два метка. Думаю, что вот пятилетние, шестилетние дети, они сегодня уже благодаря своим педагогам знают, что нужно делать для того, чтобы в будущем была чистая экология, чистая вода, зеленый лес, чтобы цвели цветы. В заключении мероприятия ребятам вручили призы и сладкие подарки. Участвуя в таких экологических конкурсах, дети понимают, насколько важно бережно относиться к природе. Иначе со временем многие растения и животные могут остаться только на фотографиях и рисунках. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.